Скамейки, адресные таблички, люки, урны, подсветка зданий и катки с цветами. Всего более 20 объектов благоустройства, выдержанных в едином стиле. К юбилею Уфы на центральных улицах города появятся новые архитектурные формы. Речь о так называемых гостевых артериях, где будут проходить главные праздничные мероприятия. Это улицы Ленина, Пушкина, Коммунистическая, Карла Маркса, Новомостовая и Свердлова. На их преображение направят 1,5 миллиарда рублей. Основная статья расходов – строительство гранитных тротуаров. В рамках данных объектов запланирован также ремонт дорожного полотна на площади 8000 квадратных метров. Вопросы благоустройства гостевых улиц обсудили в мэрии. Здесь прошло совещание госслужащих под руководством главы администрации. На заседании рассказали, что в планах построить 3 цветочных аллеи, благоустроить скверы Маяковского, Ленина и Театральный. Кроме того, предполагается оснастить Бельский мост и путепровод в створе улицы города Гали подсветкой, а также освежить фасады ряда зданий. В основу цветового решения фасадов взяты исторические цветные фотографии начала прошлого века и данные записи башкультнаследия. Цветовая гамма, которая будет предложена на гостевых улицах, соответствует той гамме, которая была в начале 20 века. Но не стройка единая. Часть вывесок размещена на центральных улицах незаконно и портит облик города, говорят в мэрии. Предпринимателям выдают предписание на устранение нарушения. Если его игнорируют, вывески демонтируют городские службы. Однако самые большие задачи впереди. Активная фаза благоустройства начнется летом. Артем Сулейманов, Эльдар Гареев, вся Уфа.